Пойму, где снайперка. А, это на Левский, блин, ё-моё. Снайперки есть везде. Да не, в планшете на стенке посмотри. Нет, здесь только рельса. Скальпель и... А, как может через называть? Терминал? Через терминал, терминал, да. Так, меня отвлекли. А какое оружие вообще брать? Или чем больше, тем лучше. Захожу слева. Вы в квартире сад? Ну, получается, либо на А2, либо еще, если они еще не улетели, можно на лицо русский. Открой, открой. Аня, кто лидер, а? Дайте ему. Питон. Я его анлокнул. Питон, ты тут? Питон. Здесь сели, да? Арфара анлокнут, если что, так что садите. Я не пойму, я на вашем сервере. Ты, походу, не на нашем, тут нет никого. Я уже все посмотрел. А, вон камера. Ну, это 300-ки подбегает, чувак. Это я подбегаю. Ну. Ну, в общем, мы тогда летим по канале САР. Так, из командиров кому-то инвайт еще нужен? Лики, нужен инвайт. Командир, а вы взлетели уже на Тарфар? Бега инвайт. Тарфар А00 Алисар стоит. Нам на М2 лететь, либо на Алисар успеем? Летите на ОМ-2 Деймар. Как полетим? Почему? Старфарер или как? Не, Старфарер сейчас сюда прилетит, мы за ними полетим. Тут, блин, бот. У кого боевой корабль? Расшибить его. Мы сядем на хребте, да, пойдем у нас снизу, низину, вот низину, и прямо идем к обломкам. Противник или будет под нами, или, соответственно, впереди уже лучшего линии. Разбредаться сильно там смысла особого нет, идти мы посмотрим еще на одном хребте. Плюс у нас будет тот же самый. Единая группа, короче, пойдем, да? Господи, французы. А теперь миссия на инфильтрировать и украсть Тарфар, который будет находиться рядом с обломкой.
отойти. Непись стреляет по Старфарору. Куда отойти? Ну ты, тебя Урса заведет, сейчас задавит. Добавь Лекс. Блейз стоит. А, это Блейз? Тогда Блейз. Кто на проходе, отойдите, пожалуйста. Мне еще нужен второй пилот, потому что он меня сейчас не даст турель выехать из старика. Так, отошел. Сейчас, он вроде пишет сейчас. Скажу как. Вега просто прилетает вокруг, поснимает, раз там мотики запрещены. Что делать Урсис? Основным отрядом идти или вперед выбиваться? А, респауны разрешаем или не разрешаем? Да, пофиг. Давай разрешим. Это по полчаса все сюда опять лететь будут? Ну да. Да у нас достаточно людей, как в прошлом ивенте, по 15 человек, грубо говоря. Лекс, ты с Хайром, да? Mm-hmm. Я? С тобой сейл, на мне тоже маркера нет. В меня стрелять не будут, нет. А, вот ты на ТД? Нет, я фонариком сейчас все включу. Пойдем в уголок, отойду. Вот. Ты с Рейлгаром, да? Ну. No.
вообще никого, я все видел. Там, правда, единственное, с другой стороны можно попробовать заехать, там какие-то... Я тогда по этому каньону пройду дальше прямо. Опа, ну-ка назад. Так, в двигателе кто-то был? Не-не-не, я сейчас хочу убедиться. Там за камешком вроде чья-то башка вылезла. Может быть, показалось, но не знаю. Хочу убедиться. На сколько часов вопрос? Так, я сейчас туда стрельну, подожди. Давай. О. Я тебя не вижу, ты где-то хрен знает где у меня, по метке. Не знаю, кто там, что-то там шевелился. Стороны носа Starfar, в камнях кто-то сидит. Сколько? Двигатель на кончик, прохожу. Стреляю по переду Starfar туда, пробую. Давай. Под ним прямо. Слева кто-то наш, да? Блин, а там у него щиты получается. Да, с, за камнями, у стар, ближе к Starfar наши. Да, видимо, да, слева? От... Вниз спускается сейчас кто? Я вот там бегу, часов, это на 9 часов перед движком. Класс. Пожалуйста, не делай это. Starfar в камнях. А мне? Я внутри двигателя. Ломал тебя, не снайперка? Есть снайперка. Ребята, со снайперки кто-то стреляет справа. Слева по борту наш стоит там. Через щит не пролетает. Не знаю, сложил ли его. Стрелял прямо в снайперку. Вроде лег. С правой стороны.
Надо быстро сдвигать, мы там столкнулись, неправильно делали. Так, Зимиург тут, давайте заходим. А, вон, вижу, откуда стреляют. Со второго этажа стреляют, справа сверху. Так, товарищи, встали и за Сталина побежали. Готовы? Давай. Вперед! За Родину! За да, Сталина! Побежали. Только стенка прижимается сначала. Нормально, одного убил в проходе. Давайте, давайте. Блин, что-то... 500 метров. Далековато, нет? Да ладно, папа совсем отложен. Так, двое. О, кто там бежит к нам? Туда. Кто-то к нам так, бежит. Так, это Демиург, я в капитанской каюте захожу. Кто бежит? Да, кто бежит? Геральду, кто свои, бежит? Свои. Я свои. В каюте капитана один либо двое. Забегайте быстрее. Блять, стреляют. Давайте в каюте капитана застрял один. Сколько у вас внутри? Вот он. На 7 часов Старфарера подходит. Вокруг Старфарера свои есть? Есть. На Алисарик кто-нибудь есть? На вход заходит. Так, Демиург на Алисарик. Вход закрыли, кто закрыл вход? Так, те, кто умер, или что я не делаю? Просто тусуются? Не, можете лететь обратно туда. Да? Стреляют, Лекс. Где? Не знаю, звук слышал. Под... Кто возле виртуала! Вижу. На С07 стрельбу. Убили! Один человек остался. Да, выходим быстро. А мне стреляют. А мне стреляют. Лекс на 8 часов. Открыл дверь, выходим. Сейчас надо как-то упасть, чтобы на этот тут попасть. Я падаю и так, по-моему. Да. Аппарат перевернулся. Блин, раскатываюсь. Держи меня, хватит.